Любимое занятие Моники и Кая – это прогулки на свежем воздухе с любимой хозяйкой. Но до недавнего времени у них не было такой возможности, потому что они жили в городе. А как известно, выгуливать собаку в парках, во дворах и на пришкольных участках нельзя. И Анна была вынуждена переехать в частный сектор. Вообще все друзья, которые собачники у меня есть, они стараются приезжать сюда, ко мне, в гости, чтобы просто погулять с собаками. По правилам, собак должны выгуливать на специализированных площадках. Однако в нашем городе они отсутствуют. И не у всех есть возможность переехать за город. Поэтому, вопреки законам, приходится выгуливать собак в неположенном месте. В городе совсем нет площадок для выгула собак. Выделили одну площадку, вернее, просто землю на улице Строителей. И там нет возможности, потому что это находится между двух дорог, площадка не огорожена. Поэтому единственный выход – переехать в частный сектор. Анна и ее друзья неоднократно обращались в администрацию, им удалось получить землю для дрессировки и выгула собак. Но площадка не подходит по правилам, она небезопасна и не обустроена. Анна обратилась в администрацию с просьбой огородить площадку, но ответа не получила. Просто к нам не обращались. Если конкретно обратятся к нам, просим, вот место укажут пусть. Если внутри двора, соответственно, внутри двора, необходимо будет провести собрание на квартирных, жителей на квартирных домов, об их согласии на оборудование этой площадки. Теперь задача собаководов – заручиться поддержкой соседей. Только коллективное обращение и общие инициативы смогут сдвинуть дело с мертвой точки. Ксения Воробьева, Ильшат Исламов, Дмитрий Кузнецов. Информационная программа «Время новостей».